думаю, что если какие государства и сотрудничают, догадываюсь, о чем вы говорите, то, наверное, для этого есть институты в каждом государстве, есть руководители государств, которые глубоко и серьезно оценивают ситуацию. И я так понимаю, что главная задача, чтобы сохранить определенный баланс, сохранить, а может в последующем и до конца урегулировать тот конфликт, который существует. Поэтому я бы ушел от ответа на этот вопрос. Я уже говорил на пресс-конференции, которую мы проводили на полигоне Баграмян. Я думаю, что различными действиями различных структур, наверное, все равно наступит спокойствие и мир. Другого варианта невозможно. Вот мне, хоть я и при погонах, но я абсолютно уверен тоже в том, что урегулирование этих конфликтов возможно в итоге только мирным путем. По-другому невозможно. А то, что поставляется вооружение, там, ну, вы понимаете даже с той позиции, что, как есть пословица российская, святое место пусто не бывает. Поэтому, если настроены иметь, то они будут иметь, уже тут как ни крути. Может быть, в этом даже и плюс определенный есть. Ну, я так аккуратно постарался ответить на ваш вопрос. Уважаемые коллеги.